Всем привет! Мы сегодня приготовим бутерброд. А что приготовить бутерброд? Мы сначала берем масло, его запечатаем. Просто у меня руками не получается, поэтому я зубами. И сейчас я приду. Нам нужно взять и вот так вот это масло добрать, на хлеб положить и потом размазать. А как это делать? Вот так. Уже размазываем. По хлебу. Всему. Вот так. Берем. Сейчас берем этот джем. Тимофей, скажи, а почему ты выбрал именно апельсиновый джем? А у меня есть этот еще. У тебя есть еще клубничный? Да. А ты выбрал апельсиновый? Да. Я сначала буду апельсиновым, а потом клубничным. Так. Покажи, как ты открываешь. Так, это... Если у вас крепкие зубы, вы пьете много воды и мало сладкого едите, то можете так делать. Иначе дома не повторяйте этот номер. Тимофей профессионал, он уже выполняет это не первый раз. Тим, покажи зубы. В порядке они? Вот такие зубы у вас должны быть. Скажите, а что дает такое сочетание клубничного и апельсинового джема?
Они но вкуснее клубничный вкуснее. А Тим делает с двумя. Да. Пап, не убирай, это мне понадобится. Вот как трудно открывать. Вылазь, ты уже вот. Нет, нет. Hello. Yesterday I found you the statues. Oh, thank you. Финальные действия. И наш бутерброд готов? Да. Вот. Приятного аппетита.